Приветствую всех, дамы и господа. Сказки дремучего леса. Легендарная. 14-й. По превьюшке Клариса, в общем, не выжила. Второй раз я на него иду. Там у меня были исцеляющие зелья. Противоядие, по-моему. Топоры. И мана еще, по-моему, была. Не знаю, короче, не помню. Не хватило этого. Вот добавил атаку дракона. И торнадо. Пробуем еще раз. Сейчас до боссов дойду и включаюсь. Так, продолжаем включение. Так, апну сразу тут. Все прожму. И начинаем заряжать с этого края. Во-во-во-во. Не перезарядить бы. Ладно, еще раз Кларису бросим. Сейчас она уж снова зарядится. Ну так, этот край-то быстро отмирает. А дальше все посложнее было у меня. Румпельштильцхен. Готов. Немножко тормознем его. Топоры вот так еще накинем. Белоснежка бьет за каждый снятый недуг все сильнее и сильнее. Поэтому на нее недуги лучше вообще не вешать. Либо вот так блокировать. Кстати, надо было подхил включить. Пусть идет. Так, еще крутим. Я без Гензеля вообще не представляю, как проходить. Кому проте есть, тому повезло побольше, наверное. Так, режем. Белоснежку еще раз зарядим, наверное. Оп, зарядили. Так, здесь блокируем. В этот раз, по всей видимости, камни со второй попытки получше дали. Что-то я вообще напрягов не вижу. А там она по мне прошлась 5 раз подряд почти. Вот так по 500. Лупасит. И все померли. Так, ну 15-й этап. Сейчас на нем включение тоже продолжим. Продолжаем включение. Что-то я не посмотрел, каким цветом боссы это будут. Зеленых набрал. В принципе, выбор-то невелик. Во-во-во, кот, кот, подожди. Стоять, кот. Так. Что мы сделаем? Еще подождем. Даже еще подождем, наверное. У этого волка очень медленная мана, кстати. Как у эльфрики. И вот так поле крутанем. Хоп. И еще раз поле крутанем. Что ж ты, кристаллы-то не взрываются. Теперь это все дело надо блочить. План у меня такой примерно. Блочим. Блочим.
Так, а трава у них есть уже одна. Поэтому подождем. Закончилось, крутим. Так, вот они скинули. Крутанем поляну. Блин, кота таки зарядили. Кота зарядили. Так, лиса это сейчас умрет подхиливающая. Блин, нет. Хватило. Так, еще крутим поляну. Гензелю хватило. Так, броню прорежу. Ох, сейчас волк зарядится, просмотрел. Замедлил он нас немножко, да? Ничего страшного. Я так думаю, так вот ударим. Топоры добьем, наверное, чтобы время много не потерять. Наш топор докинем. Все, прошли. Семьдесят девять. Печеньку дали. Сундук был. Ну и вот награды. 150 эмблем. Ну, конечно, подарки подросли. Итого награды, куда мы попадаем. Пока что. Ну, здесь я сильно не рассчитываю даже. Ну, вот в этом ранге останемся хорошо. На эпическом. Топ 50 тысяч, ну, возможно, останусь на редком. Вылетел. Ну, в топ 10 тысяч, от 1000 до 10 тысяч я обычно всегда попадал. Поэтому немного перепройду. Все, всем спасибо, до новых встреч.